Мисс Эверглот, почему вы здесь? Почему не дома, убитая горем? Пастор Голдсвейлс, всего один вопрос. Это просто неслыханно. Пожалуйста, умоляю. В этом городке только вы знаете, что нас ждет после смерти. Мрачноватая тема для юной невесты. Юной невесты я и боюсь. Разрешите сомнения. На мертвой можно жениться. Кошмар! С чего вы это взяли? Просто Виктор обручен с трупом. Его жена покойница. И этот брак жуткий, нужно быстрее расторгнуть. Думаю, выход я найду. Прошу за мной. Виктория? Где твой корсет? Она бред какой-то несет. Ей покойники чудятся. Уж не разумом ли повредилась? Вовсе нет. Отпустите меня. Спасибо, пастор Голдсвейлс. Огромное спасибо. Запереть в комнате! Я правду говорю. Виктору нужна помощь. Хильдегард, ты веришь мне, да? Мама, папа, умоляю. Дверь на замок, ставни на засовы, чтобы снова не выпрыгнула. Ему нужно помочь. Отпустите. Неужели не будет конца этой напасти? Как мы теперь будем смотреть соседям в глаза? Что делать? Будем следовать плану. С Винсентом или без? С Виктором. Неважно. Какой-то жалкий мальчишка отверг прелестную Викторию. Это неслыханная дерзость. Стань, девица вроде вашей дочери, моею. Я бы окружил ее королевской роскошью. Как несказанно повезло вашей супруге. Нет, нет, я не женат. Я уже был обручен, но, увы, трагедия лишила меня невесты. Богатство — ничто, если ты одинок. Дивная весть, Виктория. Свадьба все-таки будет. Ты спас его? Поторопись, моя милая. Родственники уже на подходе. Ты должна понравиться лорду Баркису. Лорд Баркис? Он очень завидный жених. Да, вот удачный поворот событий. Не чета всяким торгашам. Но я не люблю его. Вы должны со мной считаться. Глупости. Пожалуйста, умоляю. Должен быть выход. Если не выйдешь за лорда Баркиса, нас выкинут на паперть, как нищих. Я обанкротился. Но Виктор... Виктор Ван Дорт исчез, дитя. Ты выйдешь за лорда Баркиса завтра. Все строго по плану. С мертвой? Просто дикость. Ну какая покойница выйдет за этого волка? Мэхью! Может быть, хватит кашлять?